Итак, я новый аниматор. Ищем фильтры по дате загрузки. Погнали! Кстати, если не хочешь пропустить четвертую часть реакции на новых аниматоров, то обязательно подписывайся на канал с колокольчиком. И если так посмотреть, то тут слишком много аниматоров за последний час. 12 минут назад, 17 минут назад, 18, 18, 23, 25. Ну хотя это же даже к лучшему, чем новее, тем лучше. Ну, погнали! Мистер Кэт Пэт, 35 подписчиков. Он новый аниматор. И скорее всего, это анимация, потому что в скобочках, как видите, написано анимация. Всем привет! Я новый аниматор на Ютубе. Я впервые вижу, чтобы начинающие аниматоры ставили музыку на задний фон. Но я сюда пришел не за музыкой, а за анимациями, поэтому давайте посмотрим. Я новый аниматор на Ютубе. И хорошо. В этом жанре видео я буду снимать разные истории из моей жизни. Так, история будет снимать, еще что? Я недавно пошел в художку. Ну как, ага. Уже как год. Год ходит в художку. Чел, хорош. Мое уважение. Он год ходит в художку. А между прочим, я ни разу в художку не ходил. Ну-ка, еще что расскажешь. Ну, мне не нравится свой стиль. Не нравится свой стиль? Так, и почему же? Так что, наверное, я буду часто менять стиль. Ага. Пока. Хотя... Пока. А, ладно, в смысле? Подписку и коммент. Ай. Точно? Да, забыл. Ладно, лайк, подписку, еще коммент. Так уж и быть, оставляем комментарии, комменты. Что ты еще хотел мне сказать? Ладно, теперь точно пока. Мне после этого видео так стыдно. Ну, со временем вот эта стыдоба пройдет. А так, молодец, желаю удачи, стремись вперед. И ты станешь настоящим мужиком. Как стать славным парнем с огромными яйцами? Зимон или Земон, 8 подписчиков, я новый аниматор. Ну... Ладно. Итак, у нас неожиданно YouTube Shorts от Дианы. То есть не просто Дианы, а розовый цветок. Диана, розовый цветок. Видео называется «Всем привет, я новый аниматор». И это сделано, судя по вутермарке, в Пиксарте. Посмотрим. Эй, всем привет. Подпишитесь на канал. Не забудьте, это колокольчик. Обязательно подписываться? Не, ну так слишком скучно. Создавать видео только ради того, чтобы просить подписки. Я пришел узнать о новом аниматоре, то есть о тебе. Но ты мне говоришь, подписывайся с колокольчиком. Так что да, переходим к следующему аниматору. Конечно, Бонни танец хороший, но ты о себе ничего не рассказал. Лайк поставлю, но не подпишусь. И комментарии тоже не оставлю. Переходим дальше. Лимон Леон на аватарке Бравл Старс, и у него 11 подписчиков. Я новый аниматор, я новый недоаниматор. Собака Бимон, заметь, ПЖ. Ладно, я заметил, но что будет в самом видео, давайте узнаем. Третья часть недоаниматоров, 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 третья часть недоаниматоров. Я новый аниматор, я новый аниматор. Я новый аниматор, я новый аниматор. Ребят, кто не понял, это третья часть недоаниматоров, это третья часть недоаниматоров, и я новый аниматор, я новый аниматор. Кстати, вот эта превьюшка меня очень зацепила, поэтому давайте кликнем. Итак, это у нас аниматор X или аниматор Х. И он новый аниматор. И анимация, прикиньте, не в скобочках. Давайте посмотрим. Ага, так, рыбачит. О, меня выловили в реке. Прикольно. Нормально. Ну, молодец, чё. Меня лайк. Поймал? Да, ты меня поймал. Если нет, то это выглядит странно. Чё там за 25-й кадр был? А, просто приближение, ладно. Не отписывайтесь, я все объясню. Чувак, ну кто от тебя будет отписываться, а? На тебя нужно подписываться. Что, кстати, стоит сделать и вам. За креативность надо уважать, за креативность надо любить и подписываться на каналы. Еще раз хочу посмотреть. Так, вот он меня поймал и поймал на удочке. Ну, очень хорошо придумал, с меня лайк, подписка и комментарий. Ай, меня снайпнули в озере. Оставляем комментарий, переходим дальше. Это новый аниматор с супер эпичным названием Супер Драгон. И у него почти 3 сотни подписчиков. Погнали.
Всем привет, я новый аниматор и... Респект за фоновую музыку, кстати. Только вот, что с качеством. Всем привет, я новый аниматор и хочу вам сказать, что если вы нажмете на все кнопки и... Какие кнопки? Эти кнопки поставить лайк и подписаться, то вы будете жить хорошо и жить на пятерке. Жить на пятерке. Жить хорошо и жить на пятерке. Что вообще значит жить на пятерке? И, кстати, хочу сказать, что на меня этот человек может сделать обзор, так? Да, уже сделал, как видишь. Что я скоро могу стать популярным. Ну, всем пока, с вами был Супер Драгон. По поводу популярности я не знаю, но... Мне вот это настроение подняло, поэтому с меня лайк, но подписываться не буду. Итак, Bubble. 25 подписчиков и 8 просмотров на этом видео. Я новый аниматор, Бимон, заметь. Я заметил, но не посмотрел. Надо посмотреть. Привет, и я новый аниматор. Почему у тебя руки и живота растут? Может, объяснишь? Вот, и тут будут выходить анимации такие... Ну, какие? Средние анимации, как я умею. И, короче, я... Капец информативно. Good luck, play. Я новый аниматор. Хэштег Бимон, хэштег заметь, хэштег аниматор, собака Бимон. Давай посмотрим. Я новый аниматор. Тут будут выходить анимации, а также Brawl концепты. Что-то меня порвало. Типа, с одной стороны, на этом канале будут выходить анимации, но с другой, я тут буду говорить про Brawl Stars. В общем, да. Пока что, чтобы не пропускать никакие видео, то нажмите на подписаться и на колокольчик. Да заметил я тебя, заметил, лайк поставлю, конечно, но меня это не удивило, так что я не подпишусь. Итак, следующий канал начинающего аниматора — это какой-то Бемон, у него 287 подписчиков, ну давай посмотрим какое-то рандомное видео. Так. Что ж, позавчера я скачал читы на Real Life, но сегодня мы их продолжаем тестировать. Давай. Кто не видел первую часть, вот вам подсказочка. Блин, я первую часть не видел и перешел сразу на вторую. Ладно, давайте досмотрим вторую. Это далеко не последняя часть, поэтому подписывайся на канал с колокольчиком. Блин, мне подписаться еще надо. А где кнопка подписки, не понял. Чтобы не пропустить последующие части. В прошлом видео я тестировал Fly, ну а в этом видео сегодня я протестирую NoClip. Блин, креативно, креативно, но все-таки скилла немного не хватает. Реализация фигня полная, 1 из 10. В комментариях вы мне написали, что NoClip лучше. Тебе еще и комментарии пишут, боже мой, да ты ноунейм какой-то. Не использовать, потому что я окажусь непонятно где, но меня это не слишком волнует, поэтому поедь. Ничего тебя там не волнует, слышь, да ты какой-то борзый, я тебе дизлайк ставлю, все, короче. Это вообще ужас, самый ужасный канал. Короче, ладно, набираем 20 тысяч лайков, я начинаю работать над следующей частью. Смотри прошлую часть этого видео и всем пока!